Я в Петербурге на набережной реки Фонтанка. Говорят, что отсюда Евгений Онегин писал свои любовные письма Татьяне. Он жил здесь, на Фонтанке. Я тоже живу здесь 3 дня и тоже пишу письма, но не любовные, и не Татьяне, и не Ольге, и не Елене, а Зануте Хатиновскому. Я хочу предложить ему снять новую программу. Какую? Ну, Фонтанка, фонтаны. А что если нам снять программу о брянских фонтанах? А что, в общем-то, не такая уж плохая и идея. Я, скромный историк, выслушав это предложение от заурядного поэта Александра Стокласки, полез в исторические материалы, и что я там обнаружил? Обнаружил, к своему удивлению, что первый брянский фонтан, так же, как и фонтан в Петергофе, назывался Самсон. Стоп, без меня не начинайте. Итак, сегодня старожилы открывают сезон фонтанов. Слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Александр Самсонович, слушай, мы стоим как раз вот на этом месте, где когда-то располагался колодец-фонтан, и построили его братья Могилевцевы. А, кстати, если меня не изменяет память, в одной из наших программ мы с тобой изображали, блистательно изображали, да. братьев в гриме. Да. И находился этот фонтан-колодец как раз на территории вот этого самого Петропавловского храма. Вот. Ну, хоть ты как бы историк у нас, да? Ну да. Давай все-таки не будем гадать, а, как в известной телепрограмме, попросим помощи друга. А в данном случае друга нашей программы, который Александр здесь. Михайлович Дубровский, профессор Брянского государственного университета. Ну, кому, как и вам, знать об этом фонтане. Какова история, вкратце, его появления? Ну, я думаю, что представлять братьев Могилевцевых не нужно. Это фамилия звонкая у многих на памяти. А фонтан, как он появился? Понимаете, они были благотворителями нового типа. Кто-то основывал богадельни, кто-то храм. Это все было, так сказать, издавна. А эти люди занимались проведением электрического освещения в Брянске, строительством водопровода. Вот одна ветка была создана. Потом, когда они заставили работать вторую ветку, вот тут в честь этого события был поставлен Самсон. Я помню, что вот именно за водопровод братьям Могилевцевым и было присвоено звание почетных граждан города Брянска. До этого за воду платили жителям, правильно ведь? Mm-hmm. Да? И они сделали водопровод бесплатно. Ну как за это не наградить, не присвоить звание, естественно. Алексей Самсонович, Александр Михайлович, скажите мне, а вот Самсон под Петербургом, да, и Самсон в Брянске. Совпадение? Не думаю. Трудно сказать. Ну, может быть, ведь создатель этого фигуры Самсона и Льва – это архитектор Лебедь. Конечно, он не мог не знать историю скульптуры. И вот в 18 веке в Петергофе статуя Самсона была поставлена в честь, или как бы в память победы над шведами. Александр Михайлович, меня вот интересует, будет ли когда-нибудь восстановлен в первозданном виде вот этот вот самый фонтан? Ну, мысль такая есть, мечта. Я знаю, что сделан макет, возрожден, кстати, хотя бы в этом виде. Он демонстрируется в музее брянских благотворителей. Совершенно верно. Это макет сделан художником Евгением Сухиным, если я ошибаюсь. И хозяйка этого музея, Ирина Кеня, она с радостью откликнулась на мою просьбу, и она нам этот вот самый макет сфотографировала. Вот он, будем надеяться, он у нас появится вот в самом, что ни на есть, первозданном виде. Дай бог. Ну, а в заключение... Моя инициатива. Так. Вы сказали, что Могилевцевы были предпринимателями, меценатами нового типа, да? А вы сейчас стоите, Александр Михайлович, с ведущими нового типа. Они не просто берут интервью, но своим постоянным участникам программы... Лучшим вручают медали. Почетные медали, да? Прямо как Могилевцевым, да? Почетный гражданин Брянска. А вы у нас будете почетный участник программы «Старожилы». Тем, кто участвовал 3 раза. Да. А оно именно так и есть, да? Держи, Алексей. Так, это вот. Золото, я надеюсь. Обижаете. Как говорили в известной комедии, золото, бриллианты. Да. С
Саш, я вот прямо сейчас хочу сказать несколько таких добрых слов о моем самом любимом фонтане Брянска в круглом сквере. Он такой старинный, с ним много воспоминаний связано, у таких же старожилов, как и мы с тобой. Ну, всякие там свидания, прогулки. Вот как он выглядел до революции. А вот так уже после войны, вот такая вот фигура гребца тут стояла. Ну, а я, когда приехал в Брянск, застал его именно вот таким, это было в начале 70-х. Я помню, гости Брянска кидали сюда всякую мелочь, монетки там, ну, примета такая, знаешь, чтобы вернуться, и тут нужно было улучшить момент, чтобы эту самую мелочь вовремя собрать. И, говорят, находились некоторые везунчики, которые собирали вполне приличную сумму. Ну, а вот таким стал наш фонтан сегодня. Ну и как тут не вспомнить стихи нашего великого земляка? Не об этих ли фонтанах писал Тютчев? Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. А все-таки, Александр Самсонович, наверное, лучше всех сказал в стихах о фонтанах наш брянский человечище Федор Иванович Тютчев. Неплохо в прозе сказал другой наш земляк, Алексей Константинович Толстой, устами Козьмы Прудкова. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. К чему это? Потому что ты очень много говоришь. Так что, помолчать мне прикажешь? Молчи. Ну, как скажешь, помолчу. Ну, раз ты сказал помолчать, значит, помолчим сейчас мы с тобой, а дадим слово Павлу Шушканову, писателю и преподавателю нашего Брянского государственного университета. Я знаю, Павел, что вы начали писать книги еще в детском возрасте. А первая книга как? Первая книга называлась «Другой Брянск». Мы, кстати, передачу нашу вполне вы могли бы так назвать, потому что мы показываем Брянск с другой стороны, правильно? Да, можно вообще взять вот так вот в один прекрасный день Павла и с ним походить по тем самым местам, о которых он писал. Это были городские легенды. Одна из них повествовала о некоем бункере, который якобы находился здесь, на территории рощи Соловьи, и там вроде бы был Брянский аэродром когда-то, первый Брянский аэродром. А еще вот одна... опять он открыл фонтан. Тема нашей программы как раз-таки фонтан. Именно о фонтане мы же договорились сегодня рассказывать. О мистическом фонтане. Я знаю, что тоже такая была легенда, что вот здесь, на территории рощи Соловьи, когда-то он действительно был. О, потрясающая на самом деле история. Я когда собирал материалы для книги, опрашивал людей, одних, вторых, третьих, кто что такого интересного расскажет. И появляется человек, который говорит: а вы знали про фонтан в Соловья? Откуда фонтан в Соловья? В жизни его там не было никогда. Ну ладно, интересно стало, расскажи. Рассказал, под запись, я все записал. Но я же писатель, я же домой пришел, мне надо проверить факты. Я беру план городского благоустройства территории, не нахожу там, естественно, никакого фонтана. Ну ладно. Ну, с другой стороны, интересно, красиво, тем более, что не один человек об этом рассказывал. Думаю, надо в книгу включить. Включаю в книгу. Вот. Художественный вымысел. Абсолютно. Подумал так, что не все же легенды правдивы, некоторые просто красивые. Вот. А включил в книгу вдруг первое, второе издание. Потом у книги набралась какая-то фанатская база. Мне постоянно пишут, легенды обсуждают. Вдруг пишет человек, говорит, нашел я ваш фонтан. Как вы могли найти вымышленный фонтан? Он говорит, он не вымышленный, я его нашел, я взял лопатку. Я взял отпуск, я пошел в Соловье. Вот, вот где нужно отпуск проводить. А тебе все, фонтанки или этот Бурж-Халифа. Вот. В итоге мне стало интересно. Я спрашиваю, что конкретно? Он говорит, копал-копал, нашел круглый, вроде бы как фонтан, под слоем земли, слоем грязи. И вроде как выложен плиткой. Такой, знаете, это шестигранники такие, вот мозаичная плитка. Это много времени прошло, фонтан не фонтан, непонятно, но очень похоже. Ну, думаю, ладно, покажи фотографию, фотографии прислал. Все, хорошо. Но мне же интересно, я же писатель, я думаю, я должен сам увидеть. И вдруг в одном месте я нахожу, земля раскопана. И вот как раз то, что он рассказывал. Круглое такое место, выложено это вот этой самый отпускник. Долгими ночами. Нет, а географически где это? Географически это вот, знаете, вот здесь новый трамплин вниз. Да. Где-то вот, где старая была вот эта вот лыжная база или лодочная станция, вот, в этом районе.
точно не могу сказать. А мы сейчас сделаем так. Мы не будем специально идти к этому месту, а мы просто обратимся к телезрителям нашим, да? Кто захочет, вот координаты есть приблизительные в районе нового трамплина и старой лодочной станции. Вот там где-то есть фонтанчик. Можно смело там сфотографироваться и прислать нам. Да, тем более наш собеседник еще и кандидат наук, ты забыл сказать. Да. А кандидат наук врать не будет. Доктор соврет, не моргнем глаз. Да. Кандидат нет. Ну, действительно, потрясающая история. Я просто желаю вам, Павел, чтобы такие вот какие-то легенды, отголоски каких-то легенд, не фейковых только, да, присылали вам. А вы подключайте нас. Подключайте. Совместными усилиями будем расследовать. Спасибо. Спасибо. Опаньки! Смотри, это не просто прекрасный фонтан, а тот самый фонтан, в котором мы снимались в самой первой нашей программе. 4 года назад это стало действительно знаковым местом. Пора бы уже тут табличку, наверное, какую-нибудь повесить. Тут впервые, в первой программе «Старожилы» купались герои этой передачи. Вообще, сколько представить утекло... себе, сколько времени, а сколько воды утекло сколько в этом фонтане. Сколько воды утекло в этом фонтане, сколько песка с нас высыпалось. А вот сколько фонтанов в Брянске, давай мы вместе попробуем почитать. Ну, я думаю, что где-то, как ты говоришь, 7-8, да? Давай, значит, вот этот фонтан раз, Улития 2, в Майском парке 3. На Кургане 4. Ладно, перестань гадать уже, щитовод ты наш, вотруба. Помнишь такого щитовода, одного из героев «Кабачка 13 да, стульев»? Да. Не дотяну я до пенсии. Ей-бог, не дотяну. Съест он меня. Ладно, давай, не прибедняйся уже. До пенсии ты дожил или дожил. Но пока ты прохлаждался на фонтанке в Питере, я нашел настоящего щитовода, не пример тебе, который отвечает за все фонтаны нашего города. Это вот человек работает в дорожном управлении, и все фонтаны города на нем. Алексей Морозов. Алексей, ну разрешите наш спор, не спор, но как-то внесите ясность, сколько в нашем городе фонтанов? На сегодняшний день у нас получается 10 основных фонтанов. 10. В каждом районе города они присутствуют. Самое большое количество это у нас здесь в Советском районе, 4. Непосредственно на набережной, Курган, Карла Маркса. Вот в центре города и Площадь Партизан. Курган и Площадь Партизан, это вот фонтаны «Старожилы», они достаточно давно у нас. Как мы? Да. Мы «Старожилы», и они «Старожилы». Отлично. У нас программа снимается как раз ко дню пограничников, фонтан работает уже. Это специально для них, в честь праздника? Нет, праздничные и жаркие дни фонтаны работают с 11 утра. В будние дни, технические дни, они работают с 2 часов дня. А что можно делать с фонтаном? А что нельзя? Вот мы такие с Алексеем люди любознательные, можем мы нырнуть. Ну смотрите, у нас в городе фонтаны, которые непосредственно предназначены для нахождения в самом фонтане, их 2. Это вот на набережной, он пешеходный относительно, и в Бежице в Майском парке. Это пешеходные фонтаны, это форсунки спрятаны непосредственно под решетками, и можно непосредственно вокруг них находиться. Во всех остальных фонтанах там конструкция другая, они не предназначены для купания, но у нас дети и люди все равно купаются, независимо день десантника или пограничника. Все равно. Купают все равно, потому что мы стараемся... Ну, а если бы мы вот с Сашей взяли и залезли в такой фонтан, подобно человеку-амфибии, ихтиандру, посреди, грозят нам какие-нибудь последствия? Если сами не поранитесь, не что там техническое оборудование, то нет. Что касаемо воды, вода, она как в бассейнах обеззараживается. Здесь. Непосредственно в этом фонтане, в остальных. У нас дети... Ну, к нам старожилам уже никакая зараза не липнет. В Бежице даже устраивают такие между собой соревнования. Кто быстрее проплывет от бортика до бортика. Там фонтан почти 12 метров длиной. То есть им хватает поплавать полметра воды. Вот так. То есть уровень воды позволяет находиться безопасно, чтобы да, до полуметра там допускается выше уровня воды. В фонтанах купаться нельзя. Мы таблички, соответственно, пишем, мы их дети старательно отдирают, чтобы как бы им не к чему было придраться. Понятно. На то они и дети. Да, ну вода в фонтанах у нас даже чище, чем в наших озерах и здесь. Вот так. И последний вопрос у меня к соведущему. Что заставило тебя в первой программе полезть в фонтан и взять меня с собой? Ты почему, Борщов, в фонтан-то полез? Что, жарко было? Из-за женщины. Что, тонуло? Да нет, мы шли в компании. Она и сказала, слабо Вальдемару нырнуть. Ну, я нырнул.
А почему ты? Вот вечно тебе борщов больше всех надо. Пусть бы Вальдемар и нырял. Да она меня Вальдемаром называла. Слушай, хочу тебя спросить, как заслуженного путешественника Советского района, какой фонтан за всю твою кочевую жизнь тебе запомнился больше остальных? Ну, помимо Петергофа, естественно. И Советского района. Значит, мне больше всего запомнился, наверное, фонтан в Дубае. А знаешь почему? Потому что там самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа. 826 метров. Нет, 828 метров. Я же счетовод. И с него очень хорошо виден фонтан. А, так, насколько я знаю, ты очень здорово боишься высоты, а? Ну, высоты-то действительно боюсь, а к прекрасному тянусь. Ты не замечал? Ладно тебе, любитель красот и очаровательных женщин. Я вот о чем подумал. Ты знаешь, Брянск наш становится настоящим городом фонтанов. Нет, не только Брянск, Брянская область тоже, потому что я точно знаю, что реконструированы или созданы с нуля фонтаны в Стародубе, у Нечи и в Жуковке. В Жуковке реконструирован фонтан в рамках комфортной среды программы, да? Там какой-то там он такой... Он цветной, с подсветкой. Ну, конечно, не такой, как поющий фонтан в Барселоне, но, тем не менее, есть к чему стремиться. Если кому интересно, запишите. Жуковка, улица Почтовая. Она теперь пешеходная. Она теперь классное место отдыха и для местных жителей, и для приезжих. Ну, подводя итоги нашей сегодняшней программы, я могу сказать, ох, и нафонтанировали мы с тобой. Как, впрочем, и в любой другой нашей программе. Стоп, песню забыли. А, песню, да, конечно, песню, песня, как всегда, в тему. Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые, и розы красные росли. Снято! Фонтаны били голубые, и розы красные росли. Когда мы были молоды, и чушь прекрасную несли,